Эвакуацией студентов и преподавателей закончился, едва успев начаться, учебный день в Хабаровском монтажном техникуме. Возгорание произошло в кабинете цикловой комиссии, расположенной на третьем этаже. А вас эвакуировали или сами? Да, эвакуировали. Дыма много там? Ну, дыма много там, весь этаж. Вообще. А вот это вот оказалось внизу как? Ну, это с окна скинули. Пожарные или сами? Нет, преподаватели? Нет, сами преподаватели. Более 70 сотрудников и 200 с лишним студентов покинули задымленные коридоры. Люди ожидали прибытия пожарных расчетов на улицу. Однако вышли не все. В разгорающийся кабинет ворвались преподаватели экономики и философии. Оставив в стороне глобальные вопросы мироздания и распределив между собой предметы труда, мужчины приступили к тушению возгорания. Пожарный рукав был уже размотан. Несколько дней назад в техникуме проводились учения среди студентов. Здесь не было никакого помещения. Дым пошел оттуда. Мы сразу по философии я вдвоем подскочили, двери открыли, эту дверь. Ну, там дым пошел, тогда вот, не тушите, взяли, потушили. У нас бригада есть, ну, среди студентов создали пожарную бригаду такую небольшую. И вот они тренируются постоянно, чтобы развернуть и потушить какой-то объект. Пожарный рукав так и не понадобился. Задачу позволили решить огнетушители и чайник с водой, да прибежавший на подмогу сантехник. К приезду пожарных расчетов возгорание было ликвидировано полностью. Причина ЧП – короткое замыкание в электроприборе. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.